Добрый день. Вы знаете, я еще более в шоке. Вчера я несколько роликов выпустил после фильтра Лапшина. Люди стали оправдывать побои детей. Оправдывать. Когда я вчера, например, с Кочей разговаривал, он когда узнал, что скрины от фильтра Лапшина, он не усомнился в подлинности, но сразу стал оправдывать поведение Анастасии Святой и сказал, что его тоже в детстве били. Боже мой, люди! И у меня в комментариях многие пишут, что их тоже били, и это нормально, и они тоже бьют своих детей. И что можно сделать в этой стране, когда у нас бить детей нормально? Что можно сделать? Домашнее насилие – норма абсолютная. Бьют детей, бьют жен. Тьфу! Такому народу все, что угодно, можно втюхать. А давайте Конституцию обнулим. А давайте от президента. А давайте все обнулим. А давайте ваши мозги обнулим. Бить детей нельзя. Человек, который бьет детей, для меня перестает существовать. Я, в принципе, не сомневался, что у Ямы бить детей нормально. Ну, они же как почему-то чокнутые ведь. Что их самих били, они бьют детей. Они как бы из поколения в поколение эту говенную эстафетную палочку передают. Но это ненормально. Я, кстати, повторюсь, почему я в этом деле. Ни донаты, ни монетизации меня не интересуют. Это личностное. Ссылка в комментариях. Кролик, мы вместе. Когда я был в такой же ситуации, прошло больше 30 лет, а ощущение, что вот те же самые сумасшедшие тетки, вот те же самые, те же лозунги, отдайте ребенка матери. Вот все то же самое. Посмотрите, ссылка в комментарии. Люди, будьте нормальными. Не бейте своих детей. Идите к психологам. До свидания.